Приветствую всех, кто будет просматривать это видео. Вот так расцветает розовый спорт Пакьо Маделина. Фарфоровые такие молочно-белые цветочки и нежно-розовая серединка. Цветочки крупные. Ну, такой приятный сорт. У меня нет других сортов в подобном окрасе. Поэтому. Хотя можно купить любой подобный. И не заморачиваться. Ну, такой приятный цветочек. Приятный цвет. Должна быть такая же цветливая, как и родительница Пакьо Маделина. Листики очень похож, по такие же вот шершавенькие, по структуре, по форме. Листики очень похож на Пакьо Маделину. Кустик, ну, примерно такой же коревенький. Бы вот здесь пенечек. Ну, должны детки вот эти пойти. Веточки. Мохнатые такие же, как у Маделина. Ой. Вот Маделина. Тоже крупные цветочки такие молочно-белые, но здесь за счет вот этой розовой серединки более выигрышно, конечно, смотрится, чем просто чисто белые. Ну, кто-то любит чисто белые, но когда вот что-то такое бело-розовое, мне кажется, поинтереснее смотрится. Так, в общем-то, ну, такой милый, приятный цветочек. У нас немножко потеплело. Может быть, золотая осень начинается, не знаю. Но так вот пасмурно на небе. Соседи выели весь мозг своей этой дрелью и отключили воду в доме. Ни горячей, ни холодной воды делать прямо нечего. Остается вот, взять и поснимать хоть что-нибудь.